Живая музыка, завораживающий вид со смотровой площадки Савино-Старожевского монастыря. Герои дня – выпускники Одинцовского округа. Здесь собрались не просто те, кто с отличием закончил школу. Присутствующие доказали своим примером – 100 баллов на ЕГЭ. Это возможно. Самое сложное – это уложиться во время, потому что дается всего 3 часа 55 минут, и надо написать 5 сочинений, ну то есть 4 маленьких и 1 большое. И вот самое сложное – это успеть. Подготовку к ЕГЭ Елена Щурова из Барвихинской школы начала еще в 10 классе. Сначала перечитала все произведения по программе, в 11-м приступила к написанию сочинений. Результат не заставил себя ждать – 100 баллов на экзамене по литературе. Надо много читать, безусловно. Я прочитала весь список, который нужно было для подготовки. Нужно много писать. И, конечно же, должен быть очень хороший наставник. И у меня, благо, он был. Многодетный отец Андрей Иванов сам не понаслышке знает. Этот успех вчерашние школьники должны разделить не только с наставниками, но и с родителями. Конечно, дети сами бы не смогли поставить себе такую высокую планку, особенно в самом начале, в начальной школе. И, конечно, это ваша заслуга. Еще раз вам слова благодарности, спасибо. Теперь мы действительно с уверенностью смотрим в будущее. В этом году 32 выпускника Одинцовского округа получили аттестаты с отличием и наивысший балл на едином госэкзамене. Как и в прошлые годы, наш муниципалитет в лидерах Подмосковья как по числу медалистов, так и по числу стобальников. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».